Полное описание и точная дата выхода 38-й финальной серии турецкого сериала «Любовь на показ». 38-я финальная серия сериала выйдет в эфир 19 марта. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. В новой серии мы увидим, как Айше вместе с Кэремом отправились в больницу для того, чтобы проверить состояние Айше. Все были ошарашены той новостью, которую сообщил лечащий врач Айше. Ведь Айше сама того не ожидала, что она действительно беременна. Кэрем не сомневается в том, что теперь он должен жениться на Айше. Волкан также спросил у Кэрема, как он поступит дальше и собирается ли жениться на Айше. Кэрем, оставшись наедине с Айше, надел на ее палец кольцо и тем самым сделал предложение руки и сердца. Айше очень счастлива, и она хочет всегда быть рядом со своим возлюбленным. Только вот сама Айше стала немного капризничать. Когда Айше с Кэремом пришли домой, то там уже собрались все родные, и влюбленные сообщили о том, что они намерены пожениться. Помимо этого, они также заявили, что Айше действительно беременна. Кэрем говорит родным, что теперь они будут либо рядом с ними, или же просто забудут про них. Айше говорит всем о том, что их любовь смогла пройти через большие испытания и разнообразные тесты. И теперь девушка не сомневается в том, что их никто и ничто не сможет больше разлучить. Приблизился момент свадебной церемонии, и неожиданно появился незваный гость, который нарушил ее. А как считаете вы, уважаемые зрители, правильно ли создатели сериала приняли решение о закрытии этого проекта? Или сериал можно было еще продолжать дальше? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, финальная серия сериала «Любовь на показ» выйдет в эфир 19 марта. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.